99,9% заболевших коронавирусом – это невакцинированные жители. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр здравоохранения Алексей Цой. По данным главы ведомства, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты почти 6 миллионов человек. Это 59% подлежащего вакцинации населения. А второй компонент получили больше 45%. При этом доля заболевших после вакцинации составляет всего 0,1%. Удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Данные факты еще раз доказывают эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от COVID-19. В целом, индекс распространения коронавируса в Казахстане снизился на 9%. По словам Алексея Цоя, в случае обострения эпидемиологической ситуации в резерве имеется еще 7419 инфекционных коек. Высокая занятость коек отмечается в Атырауской, Актюбинской, Жамбылской областях, городах Нур-Султан и Алматы. В данных регионах нагрузка на инфекционные койко-места выше 60%. При этом Аскар Мамин отметил, что нужно ускорить темпы вакцинации населения и расширить сферу применения приложения «Ашик». Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе АШИК, постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз, с 21 тысячи до 101 тысячи. Приложение дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность, поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения АШИК.